А вот Гриша, мой напарник. Здрасте. Значит, мы, как я уже вчера говорил, у нас план такой. То есть мы сделаем некое одно или полтора, может два, в зависимости, как пойдет, вводных занятия, которые, ну, что-то вроде такого быстрого обзора, с одной стороны, аудиохристианской полемики, с другой стороны, вопроса о том, возможен ли в еврейской культуре театр. И вот этот вопрос, возможен в еврейской культуре театр или нет, он будет у нас связан с линией развития философии в еврейской культуре, что театр, что философия, мы между ними поставим на некоторое время знак равенства, я потом объясню почему. И после этого введения мы займемся, собственно говоря, пьесой Иуды Сомы и попробуем ее почитать и посмотреть, как она устроена. Все читают на иврите, правда? Как получилось? Как здорово. Значит, тогда мы будем прямо на иврите читать. У нас, правда, я не подумал об одной проблеме, потому что у нас же все будет на компьютере, да? У нас же нет этой пьесы распечатки. А у нас одно из занятий все было. В этих стенах мы, если захотим, найдем принтер. Найдем принтер? Мало ли. Ну, может быть, да. Не исключено, что найдем принтер. Ну, короче говоря, ладно, это вопрос технический, мы его сегодня среда. Сегодня среда. Ну и у нас, поскольку там типа революция, ну, значит, тогда вот эти мои обзоры быстрые, они в том числе будут касаться того, что можно будет называть революционными моментами. Ну, я не знаю, несколько людей это все уже слышало по несколько раз, по-моему, от меня. Но, Миш, я вот нечего. Придется слушать еще раз. Потому что некоторые не слышали, так всегда получается. Ну хорошо, значит, мы начнем. Начнем мы с различий между иудаизмом и христианством, и я попробую это сделать относительно быстро. В принципе, я же говорю, что это я уже много раз рассказывал некоторым, но кто-то не слышал, услышал сейчас еще раз. Прежде чем перейти к иудаизму и христианству, скажу два слова про... Ну, ислам. Нет, про язычество. Вот у нас, предположим, мир, да, и язычник на этот мир смотрит следующим образом. Он делит мир на разные такие пространства, локусы. Так назовем их локусы. Почему я их так называю? Хотя, в общем, слово «локус» чуть не лучше, чем слово «пространство». Ну, для того, чтобы как-то немножко подстраненнее относиться к этому. Потому что имеется в виду пространство не обязательно территориальное, а в том числе и ментальное. Ну, то есть, например, может быть, локус дружбы, любви, бизнеса, хороших отношений, еще чего-то, воспитание детей, образование. То есть все это на самом деле представляет из себя определенного рода вот некие локусы. И язычник предполагает, что каждый из этих локусов центрируется определенной силой. То есть на самом деле для того, чтобы мне преуспеть, например, в области образования, или любви, или еще где-то, да, или может быть на море, или в лесу, вот нормальный такой уже локус, да, пространственный, мне необходимо вступить во взаимодействие с этой самой силой, которая ответственна за это пространство. И с помощью тех или иных техник, которые обычно называются магией, то есть такие кнопочки, да, я на них нажимаю и преуспеваю в рамках этого локуса. Такая вот, ну, нормальная, в принципе, мировоззренческая картина. Похоже, собственно говоря, на то, как мы сегодня живем вообще, так, если разобраться. Ну, у нас по-разному эти силы называются, но тем не менее. И, стало быть, язычник живет вот таким вот образом. При этом то, что важно, что каждое такое пространство, оно имеет некий нарратив, сказку определенную, которая рассказывает об этом самом успехе или неуспехе того, кто находится в этом пространстве. Эта сказка рассказывается, ну, в виде мифа.
и передает как бы своего рода некую идею того, как, собственно говоря, нужно ориентироваться в этом пространстве посредством такого вот сказочного нарратива. И вот так мы, как бы, язычники и живем. В этом смысле язычник преуспевающий – это язычник, который очень хорошо различает эти самые локусы, тонко чувствующее существо, которое может определить, где же, собственно говоря, он находится, в каком пространстве, определить, где эта сила там, и так далее, вступить в взаимодействие. В общем, нужно действовать оперативно, тем более, что они же накладываются друг на друга часто. Да? С одной стороны, я приехал на семинар, говорит, поучиться, с другой стороны, не только. Да? То есть есть разные еще всякие такие моменты. Нужно как-то и так, и сяк. В общем, накладываться. Это языческая картина. Теперь то, что называют монотеизмом, неважно даже, кто его изобрел, но предположим, что это изобрели евреи или Авраам там какой-нибудь. Это, по сути дела, обобщение, теоретическое обобщение вот этой картинки, да, когда говорится о том, что есть на самом деле одна единственная сила, которая центрирует вообще такая все, что происходит в этом мире. Это не отрицает, возможно, наличие разных локусов и разных сил этих локусов, но на самом деле, в общем, не в этом дело, а есть ну, некая одна вот такая сила, вне положенная мир, называемая Бог. И, собственно говоря, это и есть та сила, которая определяется все то, что происходит в этом мире. Ну, отсюда можно идею о том, что, собственно, он создал этот мир и так далее. Но при этом есть еще один момент, что он вне положен миру, и нет возможности нажимать на кнопочку, в отличие от этих сил, где я могу вступить во взаимодействие. Здесь как бы отрицается взаимодействие, по крайней мере, простое взаимодействие, магическое взаимодействие, когда я могу там каким-то образом повлиять на то, чтобы эта сила мне там помогла или что-то такое совместное. В этом смысле, если в этом мире, в мире языческом, по сути дела, у меня каждый раз появляется новый герой, это может быть я, может быть не я, но не важно кто, кто попал в тот или иной локус, да, и в каждом локусе описывается некий индивидуум. Герой в этом смысле носит скорее индивидуальный характер. Но это, опять же, может и обобщаться до, там, предположим, племени и так далее. То есть здесь обобщение более широкое. Да? То есть здесь речь идет про человека вообще. Он оказывается героем, Адам. И вот этот самый Адам, его успех, это в конечном счете не успех мой, твой и так далее, а некий глобальный такой. Ну и сказка или миф, который рассказывается относительно вот этой истории, она ну, всем нам известна, да? В смысле, как известна? Наверное, известна. Ну, зафиксирована в книжке, называется Библия или Тора, и имеет свой определенный сюжет. Сюжет этот тоже, в общем, нам более-менее известен, хотя часто оказывается, что не совсем известен. То есть, если говорить о фабуле вот этой книжки или этой сказки, то фабула на самом деле достаточно проста. Человек изгнан из Эдемского сада и должен в него вернуться. Вот такая незатейливая история. В каком смысле? Ну, Эдемский сад, что это такое? Эдемский сад – это некое идеальное состояние, это на самом деле состояние близости к вот этому самому Творцу или соединение небесного и земного. Мир сплошного добра, в котором отсутствует дихотомия добро-зло. И человек, ну, мифический человек, смотря как рассматривать историю там, сотворения мира, изгнания из Эдемского сада, но предположим, что мы рассматриваем ее как мифическую. И если это миф, то это миф, на самом деле, который рассказывает не о том, что произошло, а о том, что должно произойти. Да? Должно произойти что? Что человек должен вернуться вот в это самое состояние. Это состояние Эдемского сада, где сплошное добро и небо с землей соединены. Да. И тогда вот этот самый Адам, который взят из земли, да, поэтому его так и зовут, он, собственно говоря, и ответственен за соединение этой самой земли
с небом. А там является вот такой промежуточной фигурой. Ну и дальше возникает вопрос. То есть сейчас вот то, что я рассказал, это на самом деле маленькая такая схема, в принципе, любой монотеистической религии, как вы понимаете, да, то есть неважно, здесь дальше христианство, ислам и так далее, это просто как бы некий каркас, да, то есть фабула. А относительно того, как возвращаться в Эдемский сад, что там нас ждет по дороге, это тут уже будут различия какие-то. Да? Ну, вообще-то говоря, монотеист рассматривает мир именно таким образом. Мир как некое поле действия человека, который вот возвращается в Эдемский сад. У некоторых есть форсированные пути, да. Ну, как бы раз и сразу там. Ну, по крайней мере, это не по индивидуальному. Но это же сказка не индивидуальная. Это не индивидуальная сказка. Ну, вот возникает. Поэтому она нам не нравится. Ну, не знаю, кому не нравится, кому нравится. Но, в общем, она, да. То есть, здесь уже есть нюансы. Нюансы относительно того, каким образом индивидуально соединяется или разъединяется с общечеловеческим. Сейчас мы как раз, в общем, чуть-чуть это и затронем. Итак, ну, в общем, все вроде понятно, да? Но, правда, то, что я рассказал, может вызвать некое сомнение, потому что вроде в Торе не написано, что человек возвращается в Эдемский сад. Вы скажете, он возвращается в Эдемский сад. То, что он изгнан, написано в самом начале. Изгнан из Эдемского сада. Да, а что возвращается, не написано. Но Тора заканчивается чем? Пятикнижие. Заканчивается тем, что народ Израиля стоит на пороге земли Израиля. Да? Ну и земля Израиля – это что такое? Земля Израиля – это такая штучка. Вот это у нас мир. Я его так нарисовал. Да, теперь давайте его нарисуем вот так. Ну, добавим такие штуки, да? У него есть низ у этого мира, мир, который называется Адама, да, в каком-то смысле. У него есть низ и есть верх. Низ – это Мицраим, а верх – это Эрец Исраэль. Это я сокращенно написал, Амфил. Вот это верхняя земля, в каком-то смысле, да, а это нижняя земля. И как нам рассказывает история, ну история какая? История нам рассказывает о том, что человечество в целом вернуться в Эдемский сад не может, буксует. Нам рассказывают про разные пробуксовки, да, то есть, например, потоп, Вавилонская башня и так далее. Это все неудачные попытки. И дальше этот Адам, он трансформируется следующим образом. Да? Из него выделяется нечто, что будет являться передовым отрядом и носить название Израиль, Исраэль. И вот этот передовой отряд будет ответственен за то, чтобы человечество в целом, заметим, да, это часто выпускают из видов те же представители этого коллектива, да, что вообще-то говоря, возвращение этот Израиль должен обеспечить всему человечеству. Каким образом? А вот таким образом. Сначала он спускается сюда, в Египет, потом поднимается сюда, в Эрец-Исраэль, самую высшую землю. На этой самой высшей земле он должен что-то такое построить. Условно назовем это космодромом. Да? То есть должен построить нечто, что нужно соединить небо с землей. На этой вот самой земле, самой высокой. И после того, как ему это удастся, этому Израилю, совершить этот самый акт построения чего-то, что обеспечит это соединение, в каком-то смысле небо прольется на землю, все народы мира, остальные, то есть остальное, да, придет в экстатический восторг и повалит прямо сюда. Да. Ну и земля, на самом деле, тогда вся, собственно говоря, приподнимется к небу. И наступит, собственно говоря, Царство Божие на земле, или Царство Божие на земле, это, собственно, есть соединение неба с землей. Вот такая история. Да, поэтому, когда Пятикнижие заканчивается тем, что народ Израиля стоит на пороге земли Израиля, да, то есть земля Израиля, она является прообразом этого самого Эдемского сада, и в каком-то смысле это и есть вот та фабула, о которой я говорил. Что-то я так быстро рассказал, все, все теперь стало ясно. Но дальше то, что нам нужно заметить, что каким образом
на уровне конкретных, как конкретно, вообще-то говоря, должна реализоваться вот эта самая задача. Ну, есть вот такой сюжет, да, должны прийти в землю Израиля, что-то там построить, они же пришли, что-то там построили, что-то там такое, храм там разрушили, один раз разрушили, там, второй раз разрушили, или на грани были разрушения. Я сейчас к чему? Я к продолжению этой истории с точки зрения христианства. То есть христианство, по-видимому, да, то есть я сейчас не говорю об исторических каких-то моментах, я скорее говорю о вот такой схеме, да, схеме логической в каком-то смысле, которая обуславливает возникновение христианства. Христианство возникает, по-видимому, как неудовлетворенность тем, что этот проект не реализуется. Ну, как бы, ребята, вот мы, ну вот у нас вроде пришли, вот вроде что-то сделали, но ничего же не происходит. Где, собственно, все это соединение его с землей? Вроде бы его нет. Значит, мы что-то делаем не так. Ну или мы на самом деле находимся посередине сказки, это не конец сказки. То есть сказка не кончается, то есть сюжет этой сказки не кончается тем, что народ Израиля приходит вот в эту самую землю и все, и начинает что-то строить. По-видимому, необходимо продолжение. Какое продолжение? Ну, например, можно предложить такую идею, что, в принципе, и эта вся история, она является историей наподобие Вавилонской башни или потопа. Да? То есть это еще один не совсем удачный шаг человека в целом и человека вместе с Израилем. Необходимо еще одно какое-то вмешательство. Каждый раз же есть божественное вмешательство какое-то, да, то есть потоп, божественное вмешательство, Вавилонская башня, божественное вмешательство, дарование Торы, божественное вмешательство. И можно предположить еще одно божественное вмешательство. Человечество доказало, что оно не способно даже вместе с передовым отрядом вернуться в этот самый Эдемский сад. И тогда происходит еще одно божественное вмешательство. Какое божественное вмешательство? Вся вот эта земля, неважно, высокая, низкая и так далее, вся она как бы приподнимается к небу. То есть Бог идет на встречу человеку и протягивает ему руку, скажем так. И, ну, это можно по-разному, да, описывать, как приподнятие земли к небу, или наоборот, как некий небесный субстрат, который спускается на землю. Ну, для того, чтобы человек сориентировался, потому что у них же ничего не получается, тогда как бы здесь, в этом самом земном мире, развивается благодать. Так можно это назвать, да, благодать. Или слово Бога, или сын Бога. Метафоры могут быть самые разные, да, то есть, но это означает что? Это означает просто трансформацию реальности. То есть реальность была одной, а теперь она другая. Какая другая? Теперь в этой реальности присутствует этот самый небесный субстрат. Небо как бы можно теперь земля ощутить. И если раньше вот этот Израиль должен был что-то такое строить и так далее, и как бы получалась немножко странная ситуация, да, то есть вроде Израиль лучше, чем все остальные, получается так, да, все остальные ждут, Израиль работает. Ну или не работает, а, например, гордится. Да, мы лучше всех, мы на самой высокой земле, мы там, это самое. Это раздражает немного, ну и, возможно, поэтому эта история была не очень хорошей. А теперь, когда, собственно говоря, божественный субстрат присутствует на земле, теперь каждый, в принципе, теоретически, может ощутить вот это присутствие небесное. И если он ощутил это присутствие, то он и называется Израиль. Ну, в смысле, он относится, тогда немножко меняется понятие Израиль. Теперь Израиль — это кто? Израиль — это тот, кто, в смысле, кто принадлежит Израилю. Не тот, кто родился там у мамы еврейки, а тот, кто просто ощутил эту самую благодать, да. Ну, или по-другому это еще нужно называть церковь. Израиль, церковь, вы знаете, да? Таким образом у нас возникает вот эта другая концепция. Другая концепция, наличия в материальном мире небесного субстрата, который необходимо различить. И тогда история возвращения в Эдемский сад всего человечества у нас состоит в чем? Ну, простая штука, да, то есть нужно просто каждому открыть глаза на этот небесный субстрат, когда каждый увидит. Будет понятно, что делать. При этом, правда, есть одна небольшая заковыка, сейчас мы ее попробуем прояснить.
Это то, что для того, чтобы у меня глаза открылись, мне необходимо поверить, что это есть. Тогда возникает концепция веры, которая в иудаизме как бы до этого нет концепции веры как таковой, вот в такого рода веры. То есть, ну, есть некое принятие этого мифа. В этом смысле да. Да? То есть я должен, ну, в принципе, иметь вот такую мировоззренческую картину, что есть как бы вот эта неположенная миру сила, что есть некое движение наше куда-то в Эдемский сад, что я участвую в этом проекте и так далее. Да? Но, например, то, что называется в христианской культуре верой, там нет. То есть я разделяю этот проект. Никто меня не спрашивает, что я там думаю, о чем я там. Да? А теперь, когда мы говорим о трансформации мира и о наличии вот этого самого небесного субстрата в этом материальном мире, который необходимо различить, за который необходимо уцепиться, который, собственно говоря, меня и поведет в небесный мир, теперь для того, чтобы, собственно, его различить, я должен поверить, что он есть. Ну, или, если говорить словами более нам знакомыми, поверить в Иисуса. Поверить в Бога. Но Бог это не Бог, Бог, а Бог это в смысле Его присутствия здесь, то есть Его Сын. И если я в это верю, то тогда я могу каким-то образом различить. Поэтому вера является предпосылкой раскрытия глаз, так скажем. Ну и возникает, естественно, некое напряжение между вот этими двумя концепциями возвращения в Эдемский сад. Одни говорят, ну, теперь уже упоротый, да, поскольку возникла другая концепция, она, возможно, здесь тоже была, да, то до этого. Возможно, что кто-то из этих ребят, которые строили космодром, говорили как раз о том, что, в принципе, как вот мы строим космодром. Что мы делаем? Мы строим лестницу в небо, или на самом деле должен появиться вертолет, который спустит лестницу к нам. Два же варианта. Да, то есть мы что ждем? Вот мы строим, что? Мы ждем вертолет. То есть мы должны позывные посылать. Ту-ту-ту-ту-ту-ту, я здесь. Появляется вертолет, спускается лестница. Один вариант. Второй вариант. Мы строим сами лестницу. Да? Мы строим, 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 строим. Вот, достроили вертолет. И давай, когда мы в него погружаемся. Но это два разных варианта, правда? Эти возможные варианты присутствовали в том, что можно было бы назвать теперь уже Ветхим Израилем. Да? То есть эти концепции, возможно, были. Христианство, по сути дела, радикализирует эту штуку и говорит о том, что лестницу спустили уже. Все, потому что вы ничего не можете найти. Да? То есть говорит, ту не помогает, это не помогает, это ничего, в тумане. Опс, лестница есть. Кто ее видит? Ну, тот, кто видит. Тот, кто имеет зрение, тот, кто имеет уши, тот увидит. Ну и есть ребята, которые вот реально 12 человек, они просто были, о, все, небесное присутствие здесь. Так вот, теперь Израиль воплоти разрабатывает свою концепцию, которая в каком-то смысле является альтернативной. Да? То есть, с одной стороны, я говорю о том, что мне необходимо обнаружить этот небесный столб, который присутствует в этом мире, к нему прикоснуться. А противоположная сторона утверждает, что нет никакого столба. Нет, нам необходимо работать. Работать, работать, еще раз работать. Серьезно, вскапывать эту самую землю. И из этой земли, материальной, грязной и так далее, делать небесный субстрат. Это наша задача. Это не то, что нам сейчас кто-то что-то прольет здесь. Нет, никто ничего не прольет. Такая наша задача была, такой она и остается. Почему я говорю, что теперь, после возникновения христианской идеи, эта идея работы с землей, она становится более упорной. Но именно поэтому, да, потому что есть альтернативная концепция. Ну вот, собственно, я рассказал про основу иудео христианской понимания. Получилось так, да? Какие следствия у вот такого взгляда? Есть целый ряд следствий, которые исторически иногда выглядят как скорее политические какие-то вещи. Ну, например, евреи – слуги дьявола, да, в христианской культуре. Ну, что-то такое. Или евреи там
едят, пьют кровь младенцев на Пасху и так далее. Все эти вещи, они кажутся в каком-то смысле следствием политических или, ну, квазиполитических, да, амбиций, интриг и так далее. На самом деле они все вытекают, в общем-то, логически вытекают из вот той схемы, которую я рассказывал. В каком смысле? Ну, очень просто. Например, про слуги дьявола. В тот момент, когда у меня в этом материальном мире разлита благодать и присутствует небесное, в этот момент этот мир, он становится двояким. Материальным и духовным. В этом мире есть материальное и духовное. Какую сторону я должен занять? Сторону духовного, правильно же? Ну, потому что небесное же здесь есть, я должен занять сторону духовного. А материальное тогда что? А материальное — это то, что меня от этого отвлекает. Оно меня, по сути дела, втягивает в болото какое-то. То есть я должен от этого материального теперь отгородиться, потому что я должен, по сути дела, ну, к вот этому столбу, если мы представим себе такую, как бы, такой образ, метафору, что есть вот некий столб небесного света. Я должен подойти и его взять. Но что мне мешает? Мне мешают материальные эти самые, я обожрался, например, да, или много выпил, или увлекся женщиной. Я не могу к этому столбу уже все, не подползти. Не могу, все это мне мешает. Поэтому для того, чтобы этого не было, я должен это все как бы от этого отстраниться. Да? Я могу построить своего рода стену между мной и материальным миром, самыми разными соблазнами. Да? То есть я как бы, женщин долой, мясо в сторону, вино тоже. Ну и так далее. Я как бы расчищаю, чтобы, в принципе, наконец меня пробило все мои чакры, и я этот самый небесный свет ощутил. Ну а эти самые иудеи, чем они занимаются? Они, их же концепция какая? Они как раз для них, это материальное, это что? Это же не враг никакой. Они говорят, мы это материальное должны как раз обработать. Это наш, собственно говоря, лабораторный стол. Мы с этим работаем. Они такие все в грязи, в касках, с этим роются. Ну а получается, что где они находятся? Если я говорю, что материальное это дьявольщина, а духовное это свет. Они находятся на той стороне, на стороне дьявола. Вот и все, логически все понятно. Дело не в том, что они там плохие, хорошие, но они просто возятся с этой материей. А они говорят, да, конечно, мы будем возиться с этой материей. Почему? А разве у нас ничего другого нет? Ну как нет, говорит христианин, как же нет, а вот стол. Они говорят, никакой стол, не вижу. Нет ничего. Как нет? Ты что, слепой, что ли? Ну и рисует известный, да, церковь. Прекрасная девушка зрячая. И, ну, знаете, да, это знаменитый рисунок. Синагога с повязкой на глазах и так далее. В каком смысле? Потому что не видят, не различают этой благодати. А эти упорства говорят, нет, ничего мы не видим. И говорят, как ничего не видите? Почему ничего не видите? Вот же, все же понятно. У нас есть сети. Ну, а эти ребята говорят им, ну, к примеру, то, что ну, давайте строго рассуждать, говорит, иудей, ветхий иудей. Для того, чтобы родить ребенка, теперь все, ничего не надо делать. Типа так, раз, и родился. Или, может быть, не нужно кирпичи обжигать, чтобы дом построить. Или, может, теперь по морю можно ходить спокойненько. Да, я примеры специально подбираю, да, вы понимаете. И ответ христианский какой? Ну что, действительно, что ничего не надо? Можно рожать? Да. Если ты подключен к этому столбу, натурально, ну то есть сильно, то не надо, конечно. Непорочное зачатие, это, например. Иисус идет по воде. Да, конечно, если мы подключимся к этой благодати, все, материальный мир, до свидос. Все, мы его уже все, до свидания. Мы уже, собственно говоря, оказываемся в мире небесном. В этом как раз все и есть. Но другое дело, что нам мешает. Понятно, что мы не можем вот по-настоящему подключиться. Но вообще в идее, в принципе, у нас есть пример. Что-то там, человека или не человека, это уже другой вопрос, но во всяком случае есть примеры того, каким образом это может быть. Собственно, к этому мы и стремимся. Концепция, предположим, того, что в будущем мире женщина вообще будет рожать как бы без всего, она и в действиях источников присутствует. Там как-то жестко даже скажет, каждый день будет рожать. Без страданий перед всеми. Просто чик-чик-чик.
Ну, это метраж какой-то. Ничего не надо делать. Просто женщины рожают, мужчины играют. Мужчины в шахматы играют. И да, ваши, простите, пожалуйста, вы, как всегда, хитро обошли вопрос с кровью христианского полотенца. Нас очень интересует. Ну, нет, я сейчас, я не обошел, я хорошо кровь христианского. Но в каком-то смысле кровь христианских младенцев – это нюанс, не глобальная история, а нюанс. Но раз уж действительно я затронул этот вопрос, давайте про это тоже скажем, почему это не голословное обвинение. В каком смысле не голословное? Тоже достаточно, спасибо. Дело в том, что Песах, праздник Песах, да, праздник Песах – это праздник исхода из Египта. Исход из Египта осуществляется как некая кровавая операция, как вы знаете, да? То есть казни, убиение первенцев, последняя казнь – это убиение первенцев. И евреи должны обмакнуть кровь жертвенного животного, ягненка, должны обмакнуть эти самые кисточки, свои дома, помните, пометить. При этом исход из Египта – это модель избавления. Что значит модель избавления? Вообще-то говоря, вот евреи исходят из Египта – это как бы геула. Да, можно увидеть. Это у нас геула. Вот отсюда сюда – это геула. Но с другой стороны, эта модель, она должна быть осуществлена. Геула есть геула как исход из Египта. Есть геула как исход из этого мира. Ведь этот мир, он в каком-то смысле тоже Египет, ну, по сравнению с небесным. Да? Так же, как Мицраим по сравнению с Эрец-Исраэль, так же эта земля по сравнению с небом является Египтом. И вообще-то говоря, мы должны совершить этот самый исход. С точки зрения христианской, этот исход, собственно говоря, и совершается за счет жертвы, которую приносит кто? Бог приносит жертву своего сына, да, и он является образом того самого ягненка, который в Египте, да, то есть в Египте, вот эта жертва пасхальная, она же и есть Иисус, которого, собственно говоря, Бог приносит жертву для того, чтобы произошла вот эта самая геула, то есть для того, чтобы эта самая благодать на землю пролилась. Маца, которую едят евреи в Песах, как вы знаете, хлеб бедности он называется. Да? Что значит хлеб бедности? В том, что там нет закваски. Да? То есть с теста не всходит. А сама закваска, она является символом злого начала. Почему, собственно говоря, необходимо есть символически, да? Почему необходимо есть эти опресноки, да, мацу? Потому что для того, чтобы произошла вот эта самая геула, для того, чтобы свершился исход из Египта, и, возможно, как конечная геула то же самое, необходимо этот самый Ецер-Ара, да, то есть это злое начало, уничтожить, по крайней мере, на время. Вот эти 7 дней, поэтому эти 7 дней, этот самый закваска, хамец, он не должен вообще не только... как нельзя его есть, но нельзя его видеть, да, то есть нужно весь дом вычистить, то есть это все уничтожение вот этого злого начала, оно позволяет осуществить, собственно говоря, этот самый исход, да, этот исход осуществляется именно таким образом. А христианская Пасха, там совсем другая история, правда же? Вместо того, чтобы есть опресноки, что едят? Куличи, наоборот, да, чем больше хлеб зайдет, тем лучше. Вот такие. Ну, это русская традиция, только русская. Исключительно. Нет, это русская. То, что вид хлеба меняется по разным регионам. Нет, не важно. Важно то, что... Нет, христианство, оно всемирное просто. А это русская традиция куличи. Нет, понятно, что куличи русские. Но не важно. Дело не в том, что это православная традиция или не православная. Дело в том, что вот эти самые опресноки, они являются в этом смысле ненужными. Почему они являются ненужными? Потому что на самом деле... Теперь, после того, как пролилась эта самая благодать, нам не страшен серый волк, ну, в каком-то смысле. Да? Теперь, если вот это самое злое начало, оно в каком-то смысле
теперь, по крайней мере, на этот праздник, да, то есть этот праздник же он является праздником избавления, то есть праздником проявления этого божественного начала. Когда оно проявляется, то тогда, собственно говоря, злое начало уже все, оно не в состоянии ничего сделать. Пусть оно раздувается как угодно, ничего нам не страшно. Аналог этого, например, как евреи напиваются в Пурим, да, то же самое. Нам не страшен серый волк, мы теперь как бы можем напиваться как угодно, да, это все как бы теперь уже не имеет значения. Здесь та же самая идея, что это не имеет значения, поскольку как бы вот эта геула, избавление, она свершается. Ну, так, и при чем же тогда здесь, в общем, да, кровь еврейских младенцев, простите. Но... Уже спросили. Да, уже спросили. Ну, давайте теперь вы сами же и ответите. Передаешь слово. Ну, в чем дело? Ну, на еврейскую Пасху было много крови и много убитых младенцев. Ну да. Мстительные юноши. Да. И что? Ну, почему бы это не перенести на христианскую Пасху, так сказать? Ну, с христианского взгляда посмотреть на евреев таким образом. То есть, видимо, отождествляется, ну, то есть отождествление как бы жертвенного ягненка с Иисусом. И, ну, как бы, в чем есть интерес евреев с их точки зрения, это непонятно. Здесь не дело не в интересе евреев, да, а в том, что в противостоянии еврейской, как бы, еврейского восприятия и христианского восприятия. То есть непризнание того, что Иисус является, собственно говоря, избавителем, ну, или Слово Божье, или благодать и так далее. По сути дела означает что? Означает то, что вот этот самый ветхий исход из Египта, он является, собственно говоря, ну, реальным принесением его в жертву. То есть они его как бы не признают. Они его не признают, они его в каком-то смысле убивают. То есть своим празднованием того исхода, который был когда-то, а не того исхода, который есть сейчас, они на самом деле убивают то, что, собственно говоря, является символом этого нового исхода. И поэтому понятно, что тогда это по логике вещей, да, символически. Да, это все символически. Символически они, получается, убивают Иисуса. Ну, в каком-то смысле христианского младенца. Ну, понятно, что дальше это профанируется, да, и смысл уже никто не понимает. Но вообще-то говоря, то есть реальные обвинения, реальные кровавые наветы, они не имеют никакого отношения к символике. Но рождаются они не потому, что кто-то там сидел и что-то такое придумывал, а потому что это просто следствие неких теологических концептов, да, некой я символики. Да. Потому что я немножко изучала эту тему, да, я читала такие вещи, что в то время были очень распространены такие, ну, оккультные народные верования, да, и христиане, и иудеи, да, то, что, ну, народные не раввины, да, а простые люди, да, они иногда использовали кровь, там, женщин, да, или детей, да, ну, не убивали, да, но чуть-чуть для лечения, да, потому что женщина. Нет, свои, ну там, да, для того, чтобы там для медицинских каких-то целей, да, было какое-то такие. То есть я вот. Я именно это хочу сказать. Как вас зовут? Людмила. Людмила. Да, потому что никто там не думал, да, ни про какие геулы, там, особенно там христианские источники, да, то есть по всей вероятности. Безусловно, я про это и говорю. Mm-hmm. Я именно это и хочу сказать, что с одной стороны, да, у нас могут быть самые разные причины всех этих там, ну вот, например, народные верования там попали, да, и так далее. Но с другой стороны, существует на уровне теологическом, на уровне теологического спора и на уровне символики праздников или тех или иных вещей, которые, по сути дела, являются краеугольным камнем в иудео-христианской полемике, все эти концепты, они есть. Влияют ли они на появление кровавых наветов или народные верования, я не знаю. Я как бы не с точки зрения исторической об этом говорю, да? Но вообще-то говоря, в логике вот этой схемы столкновения мы можем найти обоснование. Например, вот там, потому что евреи, там, слуги дьявола, или что они, значит, кровь младенцев. То есть это, эти концепты, понятно, что там элита христианская или, предположим, иудейская, может быть, занималась этими концептами, а может быть, даже и нет. Может быть, они просто существуют как некий такой подтекст, да. Но они есть.
Да, то есть и в этом смысле сама эта схема обеспечивает каким-то образом ну, вот те многие вещи, которые являются точками споров между иудаизмом и христианством. Ну, вот, собственно говоря, начало иудео-христианской полемики, которая как бы реконструирована как некая модель. И реальная иудео-христианская полемика тоже не сосредотачивалась на том, как я сказал, я же предсказал ее иначе совершенно, да? Мы же не найдем там про вертолеты, ничего. Да. Иудео-христианская полемика спускается лестница, поднимается лестница. Но образно... Лестницу я читал. Читал про лестницу? Понимаете, спускается, и что, прямо вот так? Прямо. Иудеи говорят, поднимается, а христиане говорят, спускается. Это не отличает вас. Но для того, чтобы понимать те, в том числе, нюансы иудео-христианской полемики, которые явно написаны, мне кажется, необходимо понимать вот эту как бы схему основополагающую. Да? То есть она, в общем, более-менее понятна. Одни говорят, мы работаем на земле, с землей, каким-то образом это все мы пытаемся трансформировать, каким-то образом это, собственно говоря, должно привести нас к соединению неба с землей, а другие говорят, нет, мы должны, по сути дела, прикоснуться к этому самому благодати, к этому небесному субстрату, его обнаружить, увидеть и так далее. Но фарисейский иудаизм идет дальше. Вот эта самая работа с землей, она в итоге оказывается тем, что называется галаха. Ну или поступь, как это можно перевести, да, слово галаха происходит от слова галехет, идти. То, каким образом я должен поступать. И фарисейский иудаизм предлагает для вот этого самого проекта избавления довольно любопытную и радикальную тоже концепцию. В чем она состоит? Она состоит в том, что я каждое свое действие, каждое действие, я совершаю в соответствии с указанием. Тора – это указание, переводится, да? Правильный перевод – указание, не надо переводить учение, лучше переводить указание, глагола «лех в рот». И я каждое свое действие должен совершить соответственно с этим самым указанием. Ну, здесь фантастическая история, да, может, как же ты совершишь указание, каждое действие. Например, утром рано я должен встать с кровати. Но в Торе не написано, как вставать с кровати. А иудеи, фарисеи задают вопрос. Он задает вопрос, а с какой ноги вставать? Правой или слева? Или может быть огонь, может скатиться, надо сказать, может прыгнуть там. В принципе, я не знаю. Да? То есть мы имеем дело как бы с некой такой паранойей действия любого. То есть любое действие, оно должно быть определено Торой. И я, в общем-то, должен каким-то образом ответить на этот вопрос. Для фарисея, который ставит, собственно говоря, вот это локальное действие во главу угла проекта развращения. Это вообще серьезнейшая история. Потому что я стану не с той ноги, и все пойдет наперекосяк. То есть на локальном уровне каждый из нас, вот эти ребята, которые мы называем себя Израиль, что они должны делать теперь, особенно после разрушения храма, там-то понятно, космодром строим, туда все. А сейчас что? А сейчас вот конкретные действия, которые тоже могут иметь, дальше мы можем уже спекулировать, имеют ли они магический характер, да, то есть подозревают ли эти фарисеи, что я, если стану с правой ноги, то сразу, а если с левой, то ну, то есть, в общем, короче, страшные такие катаклизмы, да, космического порядка могут происходить, если я сделаю то действие или не это действие. Но в каком-то смысле, да, это приближается к тому, что, там, предположим, Моше Идоль назовет теургией, да, то есть, чтобы не называть магией, назовет это теургией. Хотя теургия это, собственно говоря, в общем-то, магия и есть, да? То есть, когда система заповедей, вся система заповедей, она является неким, ну, своего рода актом, который каким-то образом влияет на небесный мир и как-то все обустраивает. Да? Возникает понятие, предположим, чуть позднее, тикун, да, и вот это исправление, оно, собственно говоря, включает в себя эти действия. Ну, дальше у нас становится
перед нами, перед фарисеями, серьезная проблема. Каким образом это указание указывает мне на то, каким образом мне поступать? Ну, например, слева не вставать. Что делать? Я пытаюсь из этого указания, из Торы, извлечь, собственно говоря, руководство к действию. Каким образом? Как мне это сделать? И, опять же, я не исторически сейчас рассказываю, да, а только по схеме. И возникает то, что называется мидраш. Возникает. Может быть, раньше возник, неважно, но мидраш является как раз тем инструментом, с помощью которого я извлекаю из сакрального текста необходимое руководство к действию. Само слово мидраш тоже давайте правильно переведем его, да, от глагола «лидрош». «Лидрош» — это требовать, взыскивать. То есть это допытывание буквально, да? Пытки. Пытки сакрального текста. Мидраш, да? То есть обычно переводят как толкование, мы забудем об этом ненужном совершенно. Ненужная коннотация — это никакое не толкование. Это действительно требование, да? То есть я взыскиваю сакральным текстом, фарисей задает строгий вопрос. С какой ноги мне вставать? Ответ сакральный текст. Сакральный текст хочет, не хочет, отвечает. Потихонечку отвечает. Ну, возникают, сейчас мы не будем этим заниматься, да, возникает целый ряд инструментов, собственно, это пинцет, зажим, с помощью которых, да, дыба, с помощью которых эти смыслы извлекаются. Из мидраша возникает система, она интересная, но это тема для отдельных занятий, как, собственно говоря, это происходит. Но, в принципе, то, что можно, опять же, спекулятивно, по крайней мере, себе представить, это, по сути дела, концепция, которую можно, осмысляя философски, сказать, что, вообще-то говоря, это стремление к тому, чтобы создать неспонтанного человека. То есть получается, что идея вот этого фарисейского иудаизма – это формирование сугубо неспонтанного человека. То есть человека, который вообще спонтанно ничего не делает. Почему спонтанно ничего не делает? Потому что спонтанность — это и есть Мицраим. Мицраим — это же спонтанность, это растворенность в природе. То есть если я поступаю каким-то образом, потому что у меня голод, не тетка, или еще что-нибудь, какой-нибудь там соблазн, или, ну, все то, что христиане говорят, то, что нам мешает, да, прикоснуться к этому небесному столбу. Фарисей говорит о том, что вообще, я говорю, любая спонтанность, она в каком-то смысле Египет. И мне необходимо сформировать отряд парней, которые вообще ничего спонтанно не делают. Вот я, например, сделаю сейчас целый ряд спонтанных, хотя надел кипу, а спонтанно делаю очень много разных вещей. Я ручку перекладываю, пишу, когда хочу, хожу туда-сюда. Но если бы я был радикалом, это все было бы прописано. У меня был бы на самом деле сценарий. То есть я бы не просто так перекладывал ручку из одной, как и в другую. А я бы потребовал Тору ответить мне, как мне двигаться во время своих занятий. И четко все это прописал бы. И тогда у меня не было бы ни одного спонтанного движения. Я был бы целиком и полностью подчинен вот этому самому движению, ну, в каком-то смысле, сакрального перформанса. Да? То есть я немножко что-то на театр понесло. Да? Раньше времени. Да? Раньше времени. Нормально? Да, то есть, по сути дела, да, получается, что вот формируются такого рода парни. То есть мы-то их сначала восприняли как этих самых в касках прорабов, которые землю, а они на самом деле не совсем такие. Это каска, это вообще-то говоря, каска перформеров, да, такого современного, да, она там, как его называют, который поджог? Павленский. Это Павленский. Павленскому и не снилось. Тут перформанс покруче. А тут на самом деле, в принципе, вообще я всю свою жизнь на это кладу. Не то, что там яйца прибил куда-то. Я все прибил. Причем прибиваю каждую секунду. Я же себя шлепаю каждый момент. Да? То есть, в принципе, я же вообще не живу нормальной такой жизнью. Да? То есть это крутейший перформанс. Так, на самом деле, каждое мое движение, оно является в каком-то смысле прибиванием яиц куда угодно. Ну, то есть вот такой распятый перформер, это и есть вот этот самый иудей. Я не случайно сказал, что он распятый.
Потому что это в каком-то смысле такого же рода жест. Да? То есть это жест, где, по сути дела, жизненность, природность, она как раз приносится в жертву. Да? То есть она, вообще-то говоря, уничтожается. Но мало того, это же не то, что там один такой перформер у нас есть. Там, Абиакива вот такой вот у нас, да? А у нас, вообще-то говоря, идея того, что у нас все такие. Потому что заповедь делать вот этот мидраш и изучать Тору является гиперзаповедью для всего этого сообщества. Почему она является гиперзаповедью для всего этого сообщества? Изучать Тору. Что значит изучать Тору? Сидеть книжку читать? Да ничего подобного. Да? Когда речь идет про изучение Тору, не подумайте, что речь идет про то, чтобы читать Библию. Для этого. Это вообще ни при чем. Кто не читает, да? То есть изучение Торы, это и есть, собственно говоря, вот это. Это перемычка, да, то есть, но это не просто перформанс, да, у меня же что получается? У меня получается сложная картина. С одной стороны, предположим, у нас, ну, вот все наши эти перформеры, да, один говорит, я понял, вчера я пытал Тору, я понял, что вставать нужно с правой ноги. Другой приходит и говорит, я тоже вчера пытал Тору и понял, вставать нужно с левой ноги. Третий говорит, я понял, что нужно скатываться с кровати. Как понял? Но они показывают как. Пинцет, зажим, дыба. Вот так я сделал, и все равно. Я этого спрашиваю, а ты как? Вот так, вот так, вот так, вот так. А этот тоже. Применил все инструменты правильно, правильно. Ну, что дальше? Пожимаю руку каждому. Говорю, ты прав, и ты прав, и ты прав. Известный анекдот. Все нормально. А как делать будем? Возникает вопрос. Как делать будем? Проголосуем сейчас. Голосуем и делаем как-то, потому что у нас же единое, как бы, это самое. В принципе, все молодцы. Можно было бы делать и так, и так, и так. Но мы будем делать, поскольку у нас комьюнити, мы будем делать как-то одинаково. Решаем, как и делаем. Ну, с этим техническим моментом более-менее понятно, да? То есть решили и делаем. Но здесь возникает же западня. Если решили и делаем, а я, например, завтра спрашиваю папу, папа, с какой ноги вставать? Тоже такой юный перформер. Он говорит, с правой. Я встаю с правой. Я перформер или нет? Ты? Да. Нет? Очевидно. Почему? Ну, потому что я же не сделал этого мидраша. Да? Я не сделал, я ничего не сделал. Мне что, папа сказал? Ну что? И что, какая разница? Что мне папа сказал, что мне природа сказала, что мне сообщество сказало, что мне управдом сказал? Какая разница? То есть я подчиняюсь тогда не вот этому самому божественному указанию, да, то есть я не совершаю, собственно говоря, самого акта, а по сути дела являюсь мимикрирующей фигурой. Эта мимикрирующая фигура – это просто гибель для вот этой фарисейской традиции, иудейской традиции. Собственно говоря, это гибель, мы наблюдаем, ну, сейчас нас снимают, в течение, тихо, почему? Ну потому что это действительно, это и есть западня. Да? Потому что вообще-то говоря, в тот момент, когда у меня появляется эта самая система, каким же образом мне эту систему реализовывать как перформанс, а не как просто мимикрическое действие, которое там кто-то мне сказал, Рэббин сказал. Что ты должен Рэббин сказал? А, ну да. Все, пропало. То есть каждый человек для себя вырабатывает свою блоку? Нет, в том-то и дело. В этом как бы и сложность. С одной стороны, нельзя, чтобы каждый человек вырабатывал для себя Аллаху, потому что у нас комьюнити. С другой стороны, нельзя, чтобы каждый человек, чтобы любой из них делал что-то по указке кого-то. Нужно, чтобы он сделал это сам. Каким образом? Вот я говорю про то, что вот эта заповедь изучения Торы, гиперзаповедь, она и есть, собственно говоря, реконструкция этого перформанса индивидуального. Да? То есть ты, мой маленький мальчик, сказал ему, папа, надо сказать с правой ноги. Мальчик должен не удовлетвориться этим, он должен совершить самостоятельный мидраш для того, чтобы понять, что он это делает сам. Почему? Потому что дыба, пинцет, зажим, там, то есть все, 5-10, он должен проделать этот путь и как бы присвоить себе этот акт. То есть любой из этих актов, он должен быть не актом мимикрическим, не актом подражательным, а актом в каком-то смысле творчества. Да, то есть он, по сути дела, должен осуществить мидраш. Да? Ну, в связи с этим эта культура оказывается чрезвычайно сложной. Почему чрезвычайно сложной? Потому что мне нужно передавать вот эту самую традицию,
И сам способ нужно передавать очень, очень хитро. Потому что если я просто рассказываю, например, в виде лекции кому-то что-то, и кто-то что-то понял, так полудреме, ну так это опять, мы опять проиграли, да, то есть опять этот парень от нас ушел, она опять не является членом нашего комьюнити, и мы опять теряем неспонтанность в этом человеке. Он становится спонтанным, да. Поэтому сама передача этого и сама запись устной Торы, Мишнаха, Мут и так далее, они записаны таким хитрым способом, который, по сути дела, стимулирует ну, некую работу с ними. То есть это все сказано как-то так, чтобы это не сказать. Ну, сказать, но не сказать. Я называю это не... Не очень понятно. Не проговариваемость. Вот это вот вы не проговорили сейчас. Сейчас вот этот момент непроговоренность, не проговорили. Сейчас. Сейчас мы проговорим непроговоренность. Ну, правда, кратко, да, потому что, опять же, это тема для совершенно другого, для другой истории. Но если кратко, то возникает внутри этой культуры, так я его называю, птичий язык. То есть некий способ передачи вот этой самой устной Торы, который является ненарративным, дискретный, там нет нарратива, там нет рассказа, он состоит из блоков, и эти блоки определенным образом между собой связываются. Эти блоки связываются между собой, и мне рассказывают, то есть если человек со стороны приходит и слушает Талмуд, читает Талмуд, читает совсем плохо, должен слушать какие-то эти самые мидраши. Мы с вами читаем это несколько мидраши, поэтому увидим это на примере, может как раз в субботу, как раз я их распечатал. Где с помощью комбинирования этих блоков я высказываю некую идею. Но идея не проговорена. То есть на самом деле ничего не сказано. А есть просто какие-то блоки. Один сказал то, другой сказал это. Поговорить без зна, в Киеве, дядька. Ну и так далее. Вот такой, как бы, такой текст. Ну и как бы, что с этим текстом делать? Ничего не поделаешь с ним обычно. Да, то есть человек, который не знаком с этой системой, делать особо нечего. А на самом деле она имеет под собой вот такое основание, что я за счет комбинации этих самых блоков высказываю некую мысль. Но она должна быть реконструирована. Эту реконструкцию я отдаю своему слушателю. Если он реконструирует, то что происходит? То он присваивает этот смысл. А если я ему просто этот смысл говорю, он его не присваивает. Почему он его не присваивает? Ну, мы сами знаем, почему он присваивает. Да? То есть, если просто так сказать, у кого есть дети, особенно хорошо знают, да, как об стенку дорогу. Ну, говори, не говори. Ну, или говори, говори, говори. Да? То есть, это как бы такая история. А если я, по сути дела, получается что? Что я на самом деле говорю, я загадываю загадку. Я как бы говорю, ну, давай, разгадывай. Такой ребус. Если я разгадываю ребус, то есть на самом деле не я, а ученик, да, ученик разгадывает ребус, он присваивает этот смысл. То есть для того, чтобы смысл передать, его нельзя рассказать. Такая вот премудрость талмудическая. Ну, правильная она вообще мудрость такая, да, вот, всеобщая. Да? То есть если хочешь что-то рассказать, не надо это говорить. То есть если прямо скажешь, ты ничего не сказал. А вот если ты, да. Но нужны тогда какие-то общие инструменты для этой реконструкции, иначе если каждый будет разгадывать загадку по-своему, то... Совершенно верно, да, так они и есть. То есть есть правила определенные, есть правила этой игры, есть, и это комьюнити, в этом комьюнити эти правила известны, и, соответственно, с помощью некоторых усилий тот или иной парень может эту реконструкцию совершить. Ну, это по поводу сложности, да, сложности, которая возникает в рамках вот этой культуры. Из-за вот этих самых проблем, да, то есть, с одной стороны, необходимость некого всеобщего комплекса законов, а с другой стороны, необходимость того, чтобы этот комплекс законов не стал просто новой догмой, да, то есть, чтобы он не стал Мицраимом, чтобы он не стал Египтом таким же. К сожалению, да, все время так получается, что он становится, но, да.
У меня вопрос. А если традиция вот толкования этих инструментов, она присутствует, она прервется, тогда что? Все? Она не восстанавливаемая, в принципе? Ну, в каком-то смысле, да. То есть пока не придут какие-то исследователи, не начнут восстанавливать. Но в общем, да, то есть и само развитие, это тоже отдельная тема, само развитие того, что называется Аллаха, как жанра или как творчество как литературного и как способа жизни на протяжении еврейской культуры, оно, естественно, менялось. Да? То есть, когда я сейчас рассказываю про Аллаху, Мидраш и Тору, я рассказываю только о модели, которая, возможно, существовала в эпоху вот этого самого второго храма, там, фарисейского иудаизма и начала составления Мишны и Талмуда. А если мы говорим про средние века, там совсем другая история. Это как раз одна из революций, про которую я буду рассказывать, да, то есть когда происходит эта революция, и когда вот эта вся эта культура, про которую я сейчас говорю, она трансформируется и многое теряет, приобретает что-то другое, но многое теряет во всяком случае, вот эту историю. Потому что сегодня же никто не занимается Мидрашом. Ну, то есть давно никто не занимается Мидрашом. По крайней мере, 12 века не занимается Мидрашом. До 12 века еще были парни, которые, несмотря на то, что Талмуд окончен, продолжали вроде бы делать Мидраш. Там какой-нибудь Раби Моше Даршан или еще что-то такое. Их гнобили, говорят, что вы Мидраши-то пишите, хватит уже. А они что-то такое пытались. Да? Но в общем, более того, вот этот Мидраш, как Мидраш, формирующий действие, можно сказать, что это еще раньше прекратилось, да, то есть мы можем говорить про эпоху Танаев. Или эпоху Амараев. Да? Танаи это у нас там предположим третий, а Амараи третий, четвертый. Да? Амараи это уже, собственно говоря, поколение, которое в каком-то смысле не занимается Мидрашом самостоятельно, да, а занимается другого рода деятельностью. Если хотите, занимается как раз построением вот этих самых конструкций, то есть типа того, что мы намидрашировали уже. Да? То есть у нас есть некая большие сундуки с мидрашами, протоколы допросов. И дальше нам говорят, все, хватит, протоколов допросов больше делать не будем. С какой ноги вставать? Теперь вопрос такой, если ты задашь, ищи в протоколах ответ. Не в священном тексте, а ищи в протоколах. Ройся. Там 100 из этого комбинации, вот эти амараи. Амараи это как бы говорильщики, да? Танаи это повторяльщики, а амараи это говорильщики. Вот говорильщики, они, собственно говоря, занимаются конструкциями, композициями этих самых мидрашей. Это в каком-то смысле просто найти в сундуке чей-то мидраш недостаточно, потому что ты попадаешь в ловушку того, о чем ты предупреждал. Да, совершенно верно. Если я просто найду протокол, скажу, оп. С левой ноги. С левой ноги, да? Не годится. Это то же самое, что научиться им. Конечно. Я должен построить из ряда протоколов некую композицию. Принес эту композицию, говорю, ребята, я вот понял, бац, композиция. Тебе ничего. Ну, подумайте. Простите, а можете сначала для дилетантов уточнить Мицраим? Это знакомое? Мицраим – это Египет. Мицраим? Да. А почему прекратился Мидраш? Это просто… Прекратился в силу того, что была записана устная Тора. Да? То есть изначально существовал запрет на запись. Устной Торы, фиксация устной Торы, даже не запись, а фиксация. То есть фиксация устной Торы. А что такое устная Тора? Это, собственно говоря, вот это оно и есть, да, то есть вот это мидраширование, составление протоколов, это и есть устная Тора. Запрет на фиксацию понятен, он происходит именно поэтому. Ну, почему я не фиксирую? Потому что вот у нас это все флексибл, да, то есть каждый раз у нас возникает новая ситуация. Собственно говоря, вся жизнь этого перформера, она же состоит в чем? Главный пафос состоит в том, чтобы задать правильный вопрос, то есть правильно сформулировать ситуацию, в которой ты находишься. Потому что вообще-то говоря, ситуация, я приведу пример, который я всегда привожу, все время думал, что оно новое уже пример придумает, но все никак не приходит. Я все время привожу пример с
такой парня Корсе сажают в тюрьму. И у него есть два коридора. Один направо ведет, другой налево. Он сидит в тюрьме. И что он делает? Как вы думаете? Что он делает? Может, только что говорил. Он делает метраж. Да, ему же надо понять, что делать. Он же вообще никогда, он же не спонтанный парень. Не то, что он сидит в тюрьме, как же я сюда попал. У него вообще нет такого, да? То есть нет такого рода тараканов. У него строгий, понятный вопрос. Ну, что мы делаем? Возвращаемся в Эдемский сад. Как? Как мы возвращаемся? За счет действий. Как мы эти действия получаем? За счет мидраша. Значит, делаем мидраш. Так, у меня ситуация, сижу в тюрьме, два коридора. Так, задаю вопрос Торе. Пинцет, зажим, дыба, па-па-па. Получается, мне надо идти направо. Иду направо. И хожу направо. Где я нахожусь? В тюрьме? Да нет, конечно. Какая тюрьма? Какая мера? Наоборот, в каком-то смысле удобно, удобная ситуация. Ясно, что делать. Все время иду в правую сторону. Его эти самые, как это называется, тюремщики смотрят, все время идет направо. Не знаю, что ты все время направо идешь. Хватают его и тащат налево. Что он делает? Мидраш, совершенно верно. Что он делает? Что у него фрустрация какая-то? Ай, мне же надо было направо, а меня тащат налево. Да нет, конечно. Он просто формулирует новую ситуацию. Какая ситуация? Ситуация такая, что когда у меня получился по мидрашу указание, что нужно идти направо, меня тащат налево. Это же новая ситуация. Задаем вопрос, как поступать в этой ситуации. Получает ответ, опять же, пинцет, даже тереби пуговицу, он тереби пуговицу. Простите, то есть в этом контексте мидраш это, как бы это сказать, пинцет дыба зажим. Нет, ну то есть как бы своего рода пазл или как бы игра в бисер, которую я как бы провожу с личным каким-то отношением. Можно так сказать? Ну, там дальше, если другой, что-то можно сказать, а что-то нет. Например, с личным отношением нет, игра в бисер. Можно сказать, если как бы не уточняем. Другой человек будет. Ну да, я специально как бы привожу пример не совсем адекватный. Понятно, что это индивидуальное решение, да, оно должно быть коллективным, должно быть принято комьюнити. То есть, по идее, если совсем уж усложнять пример, то он должен, да, он понял, что нужно теребить пуговицу, он посылает письмо с голубями в эту самую. Ребята, в этой ситуации у меня получилось так. Они говорят, да, точно, так и будем делать все отныне, да, если в такой ситуации будем теребить пуговицу, тогда и после этого начинает теребиться. Не до того. То есть должно быть согласовано. Должно быть согласовано для всего комьюнити. Но это как бы более сложный пример, а если по-простому, то так. И в этом смысле он оказывается, смотрите, это пример, почему он важен. Потому что на самом деле он оказывается недетерминированным обстоятельством. Это же и есть, собственно, идея этого неспонтанного человека. Неспонтанный человек, он вне обстоятельств. Ему вообще все по барабану. Ну что ты ему делаешь? Возвращается в Эдемский сад, больше ничего. Он герой вот этой самой книжки, герой этой истории. То есть герой истории, в отличие от мифа. В мифе герой – это тот, кто преуспел. Да? У него есть успех какой-то. А здесь герой кто? Герой – это тот, кто на самом деле строит сюжет. То есть это свободный сюжет, который задан как бы автором. Автор дает ему свободный сценарий, и он, собственно говоря, должен, этот герой, он должен этот сценарий прописывать и по нему двигаться. Это, собственно говоря, и есть его задача. Все, никаких других задач у него нет. И в этом смысле, что бы ни происходило, оно ему как бы это, он просто задает новый вопрос. Да, то есть свалилась, пошла лавина снежная. Так, что делать? Ну, мы понимаем, что здесь как бы времени у него немного, но тем не менее. Очень быстро. Очень быстро, дым быстро сжил. Послал с голубями, получил ответ, тут же все среагировал. Если успел. А если? А если нет, значит нет. Значит, не сыграл, то есть, значит, не выполнил задачу. Ну почему не выполнил? Он находился при исполнении. Погиб при исполнении. В каком-то смысле выполнил. То есть действовал точно так, как и нужно. Не спонтанно. Потому что спонтанный человек что бы делал? Побежал куда-то. Паниковать, звонить. Маша, тут лавина. Бред какой-то. Да, у него все нормально. Сделал все как надо. Можно сказать, он хозяин своей жизни. Ну, все. Ну, да, можно сказать. То есть парадокс как бы. Он не хозяин. Нет, он не хозяин как раз. Он не хозяин. Он не хозяин тотально. Да.
Финии он как бы... Свободен в своей жизни. Но в определенном свободный, смысле. Свободный, нет, а да, хозяин да, своей жизни. Да. Не свободный, свободный, хозяин, не да, хозяин. Своей, не своей жизни. Своей, не своей жизни. Именно так. Ну, вот такая как бы сложная история с фарисейской культурой. Если, например, приводить соответствующий пример христианский, ну, например, посадить в ту же самую тюрьму христианина. Ну, то же самое, на самом деле. Как то же самое? То есть, опять же, если он ощущает себя героем, как бы реализующим сюжет. Но для реализации сюжета не нужно думать, куда ходить. Вообще это не имеет значения. Направо пошел, налево пошел. Это вообще не имеет значения. Какой вопрос задает христианин? Ну, не вопрос, а просто проверяет. У него антенка, да? Он включен подать или не подключен? Он проверяет, так-так-так-так, подключен. Он в тюрьме? Нет, в каком-то смысле нет. Если он подключен, то и нормально. То есть все нормально, он подключен благодати. Другое дело, что у него могут возникнуть эти самые. Вчера был подключен, сегодня просыпается утром, пик-пик-пик. Не подключен. Что делать? Тогда у него возникает серьезный кризис такой, да? То есть кризис веры. Иван Карамазов. Верю или не верю. Да? Иван Карамазов, который в фарисейской традиции, естественно, невозможен. То есть там ну, нет такого вопроса, что ты верим, верим. Либо делаешь, либо направо, либо налево, решай куда. Задавай вопрос, решай. Дыба пиксель зажим вперед. Какие вопросы? А здесь вопрос в том, я подключен или не подключен, поскольку она это дело такое, да, подключение к благодати. Я же как бы ну, дело внутреннее, черт его знает. Ну вроде бы вчера как-то казалось, что подключен. А сегодня вроде бы и нет. Ну и дальше, а чтобы подключиться, что нужно? Ну понятно, что нужна вера. Но с другой стороны, вообще-то говоря, здесь мы опять уже второй раз переходим немножко к тебе. Нет, правильно? Нужно звонить провайдеру. Ну, нужно звонить провайдеру. В каком смысле? Это оно и есть. А где? Это же оно и есть. Я звоню, не отвечаю, там то все. Нет, провайдер, который предоставляет подключение. Да, положи деньги на телефон. А я понимаю. Про это и речь. Я звоню, а там мне начинают говорить, что там музыка играет. Подождите, слушайте, это приходит. Нажмите 2, нажмите 3, я нажимаю, начинаю нервничать. Все дела. Можно сменить оператора. Ну, можно, если можно. Так оно это оно и есть. Иван Карамазов же именно это и говорит. Да, он пытается сменить оператора. Может, этот по-другому не ходит черт. Он с ним пытается как-то договориться. Но по сути дела, здесь что отличает христианскую традицию в данном случае от иудейской? Важное для нас отличие, для нашего разговора. Это то, что в каком-то смысле, опять же, очень радикально, для христианского мировоззрения, что мне откроет глаза, ну, в каком-то смысле все равно. Но может случиться так, что я уколюсь, и меня проклят. Может. Если это работает, как смена провайдера. Работает, значит, работает. То есть получается, что в каком-то смысле любые средства хороши для того, чтобы я, собственно говоря, благодать различил. То есть снять пелену с глаз можно самыми разными способами. Например, если к нашему разговору приходить, например, театр, зрелище. Да? Конечно, плохо с театром, где это обстоит, пишет Тертуллиан. Не ходите, дети, в театр. Он так пишет. Потому что там вас хорошему ничего не научат. Это разврат и просто. То есть что? Меня перетягивают на сторону материального. Да? То есть меня втягивают в болото, чакры забьет, никакой благодати не увидишь никогда, будешь глазеть на это театральное зрелище, и будет тебе плохо. Я златоуст, первое слово на Евангелии от Иоанна, то же самое. Сразу. Подразумевался античный театр. Он конечно, совершенно другой. Это так общий дискурс. Я имею в виду сейчас что? Я имею в виду просто зрелище как таковое. Да? То есть если я прихожу и начинаю что-то такое смотреть, да. Некое представление. Да. Но если представить себе, что представление будет таким, что у меня возникнет некий катарсис. И меня как-то это все так это меня
поднимет. Так это меня прочистит, да? Что я вдруг ощущу благодать. Такой театр нам нужен. Это партийный театр христианский. Да? То есть это нормальный театр, который, в принципе, может работать. Например, философия. То же самое скажет про него Тертуллиан. Не надо, ребята, вы увлечетесь. Дело опасное. Возьмешь микроскоп, начинаешь рассматривать, и там такие всякие букашки, там то все, клеточки. И начнешь делать именно это. А нам что нужно делать? Разве нам нужно букашек изучать? Нет, мы же кто? Мы же те самые бойцы, герои сюжета, которые куда идут? В Эдемский сад. Значит, вместо того, чтобы тебе идти в Эдемский сад, ты сидишь букашек рассматриваешь. Нехорошо. Давай занимайся своим делом. Да? То есть, а что значит занимайся своим делом? Ощущай благодать и рассказывай другому, кто ее еще не видит, снимай ему эту самую решетку. Но, с другой стороны, нам скажут отцы церкви некоторые. Ну и нормально возьмем философию, даже тот же самый микроскоп. И докажем с помощью науки, что Бог существует и так далее. У нас целый отряд ребят, которые, на которых эта самая научная аргументация действует суггестивным образом, они пропрутся. И у нас сразу опс. И целые несколько территорий наши. Нормально, нормальный шаг, нормальный. И, значит, можно использовать философию для того, чтобы продвигать этот самый наш проект. То есть философия, театр, ну и вообще как бы греческая культура, она может нам сослужить в пользу кому нам, ну, нам, христианам. Да, и поэтому христианская культура почти с самого начала как бы использует греческую, греческие жанры, греческие парадигмы и так далее, философию, театр, неважно что. А если мы обратимся к нашим перформерам прекрасным, здесь ситуация гораздо хуже. Для, в смысле, хуже для кого? Хуже для театра, философии и всего греческого. Потому что там как бы непонятно, что ты расселся смотреть. Ну, что бы то ни было. Микроскоп. Или зрелище какое-то. Я спрашиваю, что ты сидишь? Все ребята в касках, все с бойным молотком, все работают, мидраш, поступают так, а ты что-то сел. Ну, оно вообще никуда. А если мы говорим о том, что, ну, мы же недавно назвали перформами, если на самом деле это вообще-то говоря, ну, перформанс, это получается, что мы внутри театра, у нас идет спектакль, да, то есть мы делаем постановку грандиозную. Такие павленские, супер павленские все, да, там кто что поджигает. Мы все это делаем, а ты тут внутри этого нашей истории сел и начинаешь что-то, какой-то детский сад разводить, присучиться. Чтобы еще вокруг себя народ собрал. Ну это же бред какой-то. Да, то есть невозможность зрелища для вот этой культуры, для фарисейства, она гораздо более радикальна, нежели для культуры христианской, где в принципе, инструментальным образом она может использоваться. А здесь она и инструментально не может использоваться. То есть в этом смысле, как бы, ну нет театру. Просто скажем, большое, такое серьезное нет театру. Нет, тут нет, как бы нет. Есть? Нет и нет театра. Нет, конечно, есть. Ну, в талмудических источниках там просто те, кто ходит в эти самые киркасовод и театровод, они, в общем, приравнивается к идолопоклонникам практически. Конечно, ну, нет. Внутри игры нет. Нет, его нет. То есть, когда Гриша говорит нет, он имеет в виду, что здесь просто не возникает вопрос об этом. В рамках этой культуры не возникает вопрос. Это понятно. Но у нас же стучаться там откуда-то, мы с трудом различаем, но вроде там есть какие-то ребята, что-то они там делают, футбол. А все сели, бар, туда-сюда, смотрим. Стадион собрался целый, кричат, шумят. Ну, понятно, народы мира, они ждут. Если они занимаются футболом, нормально, мы построили там все. Они придут, потом будет все хорошо. Но некоторые из наших ребят тоже там что-то, да, ну-ка, что-то. Это тогда нехорошо, да, то есть мы против этого. Но то, что можно было бы назвать квазитеатральностью, оно здесь присутствует, да, то есть просто в другом смысле. То есть это не как зрелище. Потому что то, что осуществляет как бы представители этой культуры, оно же осуществляется не для того, чтобы кто-то видел. Ну, разве что как бы некий в неположенный миру глаз. Да? То есть, если это перформанс, то это перформанс не для
нашего комьюнити, для того, чтобы мы там глазели на это прекрасное, а для созерцающего ока, скажем так. И поэтому любой другой вариант зрелища, он как бы оказывается невозможен. Ну и в этом смысле невозможным оказывается для этой культуры, что значит невозможно, как мы увидим, потом произойдет революция, все будет возможно, но до того, как она произошла, изучение, предположим, философии тоже оказывается за пределами перспективы этой культуры. В принципе, можно, собственно, к этому и перейти. Да? То есть мы как раз плавно подошли. Различия между иудаизмом и христианством мы обозначили с вами. И теперь, само собой, перешли к разговору о различии между греческой культурой и иудео-христианской. Да? То есть мы поняли, что христианская культура, греческие элементы впитать готова, а иудейская или фарисейская, фарисейский извод иудейской культуры как раз нет. Что у нас со временем? Начать этот разговор? Или... Значит, этот разговор мы начнем завтра. Да? Попробуем его все-таки закончить быстро. У вас у всех есть текст этой пьесы. То есть мы, может быть, уже завтра тогда к ней перейдем. Быстренько пройдемся по философии, дойдем до 16 века со всеми революциями. И дальше будем оценивать то, что сделал Эмерсон. Все, тогда до завтра.